Фратрия. 87-й термин древнегреческой истории. Пятиклассники, здравствуйте. Итак, фратрия в переводе с древнегреческого – братство. Определение фратрии – это совокупность нескольких родов, как бы род, союз родов, составляющих племя и ведущих свое начало от одного рода. Важно, что ведут они начало именно от одного рода. Итак, фратрия – это братство. Этнографическое определение – совокупность нескольких родов, составляющих племя, реже родоплеменной союз, и ведущих свое начало от одного рода. В доклассической Греции фратрия – это особая форма социальной организации, что-то промежуточное между родом и филой. Прежде всего в Аттике, то есть в Афинах и других государствах. Члены фратрии имели общие органы самоуправления и имели общий религиозный культ, это важно. Греческие фратрии были пережитком предшествующей родоплеменной организации, и они очень быстро отмирают в классическую эпоху. Вот в этнографии же фратрия – это экзогамная группа родов тотемов, члены которой могут вступать в брак с членами другой фратрии племени. Брак между членами одной и той же фратрии запрещается. Главной функцией фратрии было регулирование брачных отношений во избежание близкородственных связей внутри немногочисленного племени. Это было необходимо, поскольку сами племена первобытных народов были, как правило, эндогамны в силу культурных различий и конкуренции за ресурсы. На поздних этапах развития деление на фратрии не обязательно было дуальным. Существовали трехфратриальные племена. Поздняя фратрия могла быть не экзогамной, но сохраняла важные функции в военной и других сферах социальной организации племени. Спасибо за внимание. Следующий термин, 88-й, будет посвящен понятию хора. Хора в переводе с древнегреческого – район. Итак, 88-й термин – хора.